Подольский народный коллектив-ансамбль «Танца радуга» получил высшую награду Гран-при на 5-м международном фестивале-конкурсе «Маскарад искусств», который проходил с 24 по 30 марта в Сочи. В нем принимают участие творческие коллективы из разных городов России, а также стран СНГ. Участники соревновались в разных номинациях: хореография, театр и мод, вокал, инструментальное исполнительство, классический танец, народный, эстрадный, бальный танец и многие другие. Вот все хотят современного, там народные танцы или классический танц, традиционные театральные танцы. Вроде бы они уже все вымирают. Нет, они не вымирают, там своя поэтика, свое содержание. Танец «Казачий пляс» в 2015 году завоевал на фестивале первое место. В этот раз танец открывал вступительный концерт. Народный коллектив «Радуга» представил несколько номеров, и за каждый из них был отмечен высшей наградой. За сольное исполнение татарского танца Анастасия Сарычева была удостоена звания лауреат первой степени. Высшую награду ансамбль «Танца радуга» завоевал в номинациях: народный танец, народный стилизованный танец, современная хореография в разных возрастных группах. Для того, чтобы выступление прошло на высоком уровне, нужен был хороший настрой перед номером. Какой-то вот момент, вот просто даже, как на вас смотрят ваши конкурсанты из кулисы, как они переживают за вас из зала. Можете, знаете, вот наоборот, вот быть такой момент ревностный. Они лучше? Нет, мы лучше, да? Мы лучше, мы лучше. И вот этот момент, конечно, важно, чтобы они выстояли. Заслуженный работник культуры Московской области Галина Шершень руководит коллективом «Радуга» уже более 45 лет. За это время ансамбль постоянно занимает первые места на фестивалях, а практически каждый номер оценивается высшими баллами. Оценивают выступления судьи конкурса, а это профессора престижных российских танцевальных академий и институтов. Главные критерии оценки номеров – грамотное исполнение и, конечно же, наличие идей. У нас всегда после фестиваля идет круглый стол. И наши члены жюри, наши профессора объясняют, что и как, почему, зачем. Но я хочу сказать, что, по-моему, ни одного еще хореографа не было такого, который бы соглашался, что у него нет ничего. У него все равно какие-то идеи есть. Другое дело, что никто не понял или они не смогли донести до зрителя то, что они хотели. Но все равно в голове у хореографа, у постановщика всегда какая-то идея есть. В каждом номере коллектива «Радуга» есть своя изюминка. За годы работы ансамбль приобрел свой неповторимый стиль и шарм, который передает культуру русского танца и танцев народов мира.